Ну что, Наташенька, все, ты всех полечила, да? Да. Все они теперь выздоравливают? Да. Ну... Наташа, бебе! Привет! Привет, вы на канале Наташа Бебе. Сегодня мы будем лечить куклы. Ты будешь лечить кукол? Да. Я вижу, тут у тебя целая больница. Чё? Я лев. Все болеют. Я лев. А ты лев? Ты доктор лев? Да? Ты будешь доктор лев? А что у тебя на лбу там еще такое? Это такие... Это такой... Это тату? Да. И на щеке тоже, да? Единороги. Только на руке смылось. На ручках смылось. Так, ну что, тут я смотрю у тебя. Смотри. Все ребята заболели. И вот тут на головешке. Ой, у него что-то на голове. А и вот... смотри на щечке что-то. Ну-ка, где, покажи, где тут на щечках что-то. Вот тут вот и тут. Тут. И вот тут. Ой-ой-ой, что-то на щечках. А вот тут я вижу, что-то на лице красное случилось. Это кровь. О, это столько крови на лице. Ничего себе. А у этого наоборот зеленое лицо. И детки лежат. Ничего себе, они заболели сильно, да? Да. Ну что, а ты лев доктор? Да. Будешь лечить? Да. А я смотрю, тут у тебя чего только нету. А ты можешь рассказать, что это такое? Да. У тебя... столько инструментов, наверное... Сейчас я положу ребенка. У тебя очень хороший врачебный кабинет, да? Вот лекарства. Так, это лекарства. Это очки. Но очки мне не надо, конечно. Понятно. Это чтобы бить ноги. По коленкам нервы проверять. Да, это тоже такая же. Молоточек. Да. Угу. Это чтобы уши проверять. Это ушки смотреть? Да. Угу, и это тоже уши. Это тоже уши. И это тоже. Да, и разные, да, чтобы для и маленьких и больших ушей. Для мальчика и для девочка. И телефон. Да, если и нужно позвонить. И еще один молоточек. И ножницы. А и вот градусник. Градусник. Он показывает температуру, да, там вон цифры есть. Да. Ой, вот, да, я вижу, циферки меняются. Как будет температура меняться, да? Да. Так, ну вот я вижу, у тебя еще шприц есть. И еще один уколы ставить, да? И вот они какие. Я вижу, вот. Пинцеты? Слушай, ну здорово, много-много всего, конечно, ты всех вылечишь. Ой, а ну-ка, ой, тут у тебя слушалки, да как много слушалок. А вот эти слушалки, вот черное и зеленое, настоящие. Ну, а зеленое она сломала. От настоящего доктора. Это... нужно слышать. Да, это работает, настоящая слушалка. А это сломалось. А это уже не работает, не слышит, да? Да. Так, и здесь у тебя каких-то инструментов? Это памперсы. Это памперсы ты поменяешь детям, если надо. Это, наверное, смотреть, что? Глаза и уши тоже? Да. Вот еще это грелка, шапочка доктора. А вот здесь еще вот это вот инструмент мерить давление, да? Да. Трусы сначала ему оденешь? Да, а то он... не хочу он в памперсах был. Угу. Начнешь с того, что поменяешь ему... памперсы. Памперсы, да, чтобы у него там все тоже было здоровое, да, чтобы ничего не болело. Правильно я думаю? Там он уже накакал. Уже накакал? Ну, убирай скорее. Убирай скорее. Это понарошку. Понарошку? Опсик. Ну, ничего, это твой сундучок немножко скатился. Ну, давай, это он лежит, ждет без штанов.
Ты решила ему трусики одеть? Да. Памперсы не хочешь ему, да, одевать? Нет. Чтобы ему жарко не было, да? В памперсах жарко. Они же толстенькие такие, ага. Знаешь? А трусы? А трусы потоньше все-таки. Они тонкие. Да. Это кто? А не больно ему так, что он вниз головой, а ты ему ноги кверху подняла и трусы ему так одела? Нет, он так танцует. Это он так танцует? Ну, значит, он не сильно-то болеет, наверное. Или болеет все равно? Все равно болеет. А что же у него болит? Может, ты полечишь его тогда заодно? Я не знаю, что у него болит. Так ты послушай его, посмотри, температуру померь. Надо же. Так, ты ему проверяешь, что там у него с ротиком, да? Может быть, у него стоматит? Горло. Горлышко в порядке? Горло, зубы болят. Но язык обжегся. Он обжег язык. Ой. Что же, он, наверное, что-то горячее съел, да? Вот этим молоточком ты хочешь ему постучать? Взяла молоточек? Да. Давай. Смотри, этот в порядке. Это ножка в порядке. А это? Тоже в порядке. Тоже в порядке. Очень хорошо. Если все в порядке, то это прекрасно. Надо теперь это положить обратно. Очень плохая. Высокая температура у него, да? Да? Ой. Ой-ой-ой. Надо ему укол. Ты поставишь ему укол. Ой-ой-ой, он боится. Получил укол в попу. Это смешно тебе, да, доктор? А, доктор какой? Я Наташа, доктор. Этот в порядке. И этот в порядке. Все. Один укол. И ему же? О, ничего себе. В этот раз живот. Ого. Думаешь, смешно, да? Им уже больно. Доктор. Ну ты веселый доктор. Ну что, наверное, следующего надо лечить. О, сердце надо послушать, это верно. Это самое главное. Чтобы сердце билось, как мотор. Да? Да. Сердце должно работать хорошо. А то оно умрет. Конечно, если сердце не будет биться, все. Ну что? Работает? Я пока не знаю, как пол дышит. Сердце, а будто пол. Как будто пол? Это как? Ну, стучится, когда мы ходим, слышно такой звук. Так а мы же сейчас не ходим. В общем, я думаю, что все нормально у него с сердцем. Ты можешь слушалку себе повесить и ходить сразу с слушалкой, как доктор. Нет, не хочешь? Он в порядке. Этот в порядке. Ну что, следующего надо лечить? Следующего он... Смотри, какой болотный. Ой, он какой-то зеленый. С ним что-то случилось, да? У него зеленая голова и лицо. Это микробы все. Это микробы у него повылезли кругом. Напали на ребенка микробы. Так много, да? Да. Я буду. Ты поставишь ему укол сейчас тоже, да? Да. Вот сюда? Да. В живот? Нет. Пониже живота. Ой-ой-ой. Но это поможет, да? У него голова вся нормальная станет потом. Ты как думаешь? Я не знаю. Ну ты же доктор. Теперь я ему молоточек. Тик. Ноги. И еще один. В порядке ноги. Все в порядке? Так. Ну
нужно? Надо лекарство. И дашь ему лекарство. Нервный колпачок, да, чтобы не больше давать. Вот, хорошо. Так, ты смотришь ему ушки, да? Ушки. Вот она хорошая. И это хорошая. Все в порядке с ушами. Ну, ты знаешь, я думаю, раз ты дала ему лекарство, он поправится. Давай следующего лечи, а то они там лежат все у тебя, ждут. Этот здоров. Да. Ой, как хорошо. Это только магнит. Вот тут. Магнит на сосочке, да. Да. Ну что ж, клади его. Раз он здоров, все хорошо с ним. И последний. Последняя куколка. У нее кровь на лице, ты сказала, да? Да. Ой, а что у нее же такое случилось? Она упала, когда она каталась на велосипеде. На маленьком. Она упала. И разбила себе лицо. Да, она после не надела даже щит. Шлем не надела на голову. Да. Вот видишь, как опасно. Надо одевать шлем на голову. Я знаю. Когда катаешься на велосипеде, лучше всего одеть шлем. И вот эти на ручки, на ножки. Да, защитные специальные наколенники и на локотники. Да. Чтобы беречь руки и ноги. В случае падения, чтобы не случилось ничего, правда же? Да. Ну что ж, лечи. Наверное, ей тоже надо дать лекарство и какой-нибудь укольчик может поставить. И послушать ее надо. А две укола? Два укола хочешь поставить? Сразу. Ну это, наверное, потому что ты доктор Лев, да? Сразу два укола ставишь. Да. Доктор Лев, это вам не шуточки. Серьезно. Один укол в голову, один в живот. Вот это да. Ногу. Надо полечить ее скорее уже. Давай, пинцетом. Встать, которая уже ничего не сделать. То, что уже невозможно вылечить, нужно убрать. Правильно? Так. И из головы тоже. Там, наверное, какие-то осколки у нее, да? Потому что она ударилась головой, да? Наверное, ей надо спать? Или что ты думаешь? Ей надо, я думаю, покушать. Ну что, Наташенька, все, ты всех полечила, да? Да. Все они теперь выздоравливают? Да. Ну, давай теперь скажем... Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Наташа Бебе! Ну, пока! Пока! Пока, ребята! Спасибо, что смотрели наше видео! Пока, доктор Лев! Пока!